Удивительные истории. Меня это потрясло, честно говоря. Поразило, кто я. Приятные встречи. Насколько рада вас сегодня здесь видеть. Знаю, что вы в последнее время сложно соглашаетесь на интервью, поэтому спасибо вам большое. Волшебная атмосфера. Олег, вот мне редакторы показывают, к сожалению, что время все? Наше уже как-то с вами подходит к концу. Я еще ничего не успела у вас спросить, понимаете, вашим голосом зачаровалась. Откровенные разговоры. Для меня это было своеобразным лишением каких-то комплексов. У меня их было огромное количество. И когда я позвонила папе, он сказал: «О, боже мой, ну что, нужно это делать?» Задушевные темы. Я буду ждать своего мужчину. Мужчину самого лучшего в мире, для которого я сейчас как бы работаю над собой, для того, чтобы соответствовать. Деликатные вопросы. Меня знаете, что очень удивляет? Вы такой откровенный и открытый человек, вы никогда не жалели об этом? Искренние ответы. И вы знаете, что 40 лет назад я пришел в театр Магара, бывший Щерс, и стал работать там монтировщиком сцены. Звездные гости. Неонила собрала в своей студии не один десяток известных людей. Но даже не используя звездные связи, проект был номинирован в двух номинациях. На главную телепремию страны «Телетриумф». Впереди упорная работа, встречи, интересные собеседники. А все это для того, чтобы снова и снова удивлять и увлекать своих любимых зрителей. С вами была Неонила Антонова. Пойдем на «Ты» ровно через неделю. До свидания.